С 1 июня по 31 августа родители могут написать заявление на получение материальной помощи в Управлении по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации. Право на такую поддержку имеют семьи, воспитывающие троих и более детей, которые обучаются в учреждениях общего, среднего и специального образования. Многодетная мама Екатерина Цингль оформляет заявление на получение выплат ежегодно, ведь у нее трое детей, и некоторых из них необходимо подготовить к новому учебному году. Сыночек Илья закончил 9 класс. Вот, сейчас поступаем в училище, в колледж связи. Вот, вторая дочка, 8 класс, как бы тоже вот документы. И самый третий малыш, 3 годика ему, в детский садик ходит. Да, эти денежные средства, ну, знаете, как бы, как одежду, конечно, не купишь, но хотя бы необходимы канцелярские товары, как бы, то есть... Очень даже удобно. 3, 4, 5 малышей – это уже не удивляет, радует. Население в Беларуси становится больше. Специалисты Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома предполагают, что единовременную материальную помощь к новому учебному году получит более 3000 многодетных семей. На 1 января в Бресте было 5211 семей. То есть, почему, вы спросите, не все семьи обращаются? Потому что если в семье семья многодетная, но нету школьников, естественно, они за этим видом помощи не обращаются. А если уже появляется школьник, хоть один, значит, семья уже имеет это право. Думаю, мы в этом году, у нас попечительские советы, которые созданы в территориальных центрах, также те акции, которые проводит наше общественное объединение, там Красный Крест, Союз женщин городской, Фонд мира. Мы как бы все, Беларусь, мы все оказываем, также такие выбираем семьи, где, может быть, мама воспитывает одна, либо в семье многодетный есть ребенок-инвалид, и, конечно, родителям более затратно приобрести, то как бы у нас помогают и предприятия, наше общественное объединение. То есть мы стараемся так, чтобы каждая семья была... Уделено внимание каждой семье и каким-то ее проблемам. В государственной программе предусмотрен размер выплаты – до 30% бюджета прожиточного минимума на каждого школьника. Это свыше 35 рублей. Сумма, конечно, не такая большая, как хотелось бы, но канцтовары приобрести можно. Для того, чтобы своевременно получить материальную помощь, необходимо написать заявление, к которому прилагаются следующие документы. Паспорт, либо документ, удостоверяющий личность. Также оригинал и копия удостоверения многодетной семьи, справки о составе семьи, регистрации. И самое главное, это карт-счет, либо текущий счет, открытый в ООО «Беларусьбанк». Потому что с другими банками мы не работаем, перечисляем только «Беларусьбанк». И также не перечисляем выделенную материальную помощь через почту, почтовым переводом. На обеспечение данной государственной программы решением Брестского исполнительного комитета выделены денежные средства – более 288 тысяч белорусских рублей. В дальнейшем планируется эту сумму увеличить. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.